зрителям, подписчикам, привет. Сегодня будем собирать теплицу Легенда 2,5×5 с цельными дверями и с форчным блоком на автоматах. Пока приехали, разложились и приступаем к монтажу. Каркас теплицы поставили, закрепили, выровняли по уровню, начали обшивать стены. Сейчас будем обклеивать, одевать профиль. Как раз идет установка переливов. И получается, после перелива будем крыть крышу. Крышу сделаем. У нас в крыше будет форточный блок. Обошьем двери и останется система подвески еще сделать нам. Все, продолжаем работать. Закончился монтаж теплицы у нас. Напоминаю, строили сегодня теплицу Легенда 2,5×5. Стоит на брусе, цельные двери по торцам. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 20 на 40 и 40 на 43 вида трубы. Покраска полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Имеются диагональные усилители, имеется форточный блок один по центру на термоприводах. Термоприводы отключены на зиму. Поликарбонат 0,7 плотность, 4 миллиметра толщиной, все торцы защищены торцевым профилем, по периметру поликарбонат прижат прижимными уголками. Вот такая отличная легенда у нас получилась. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!